Ассаламу алейкум всем. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре Лада Гранта Спорт. Значит, такой работой необходимо почистить дата краш в блоке СРС. И, соответственно, меняем мы ремни безопасности, преднатяжители ремней. Вот такая вот штука здесь была, пиропатрон. На той стороне уже практически заменили. На этой вот еще, вот видите, он натянутый, как барабан натянутый. Их нужно заменить. Человек хочет восстановить все, как работало. Чтобы работало, вернее. Так, чтобы добраться до блока СРС, который находится вот здесь, на начале центральной тоннеля этого консоли, или как он там называется, приходится разбирать пороги, там пластмасски идут под этими воздухозаборники под пассажиров задних пассажиров. Вот, значит, здесь она откручивается под ковролином, гайка на 10 держит, и вынимается, либо оттягивается. Также с другой стороны, и здесь еще такой переходник будет пластмассовый. Далее здесь находится вот сам блок, который мы уже сняли, разобрали. Так, идем дальше. Блок уже на столе. Блок вот у нас уже на столе. Лак я немного зачистил. Сейчас поднимемся на второй этаж. И этот надо будет немного пропаять его. Вот таким вот способом прогреваем кромку. И аккуратно его выпаиваем. Наша и промка. Видите, как обычно, авария обнаружена. А там быстро в этом программаторе чистится. А так есть другие, конечно, посложнее программаторы. Там уже чуть другая проблема будет. Так. Прочитаем. Все готово. Теперь нужно на место ее запаять и посмотреть, как припаяли, и потом проверять блок. Вот на место я припаял уже микросхему. Почистил краш. Сейчас проверим дальше, как работает машина. Так, мы заканчиваем уже сборку. Осталось минут 5. Вот здесь этот порог собрали. Воздухозаборник тоже собрали на место с этой стороны также. Так как, чтобы добраться, я объяснял ранее, до блока управления СРС, пришлось здесь центральную консоль снимать и прочее. Как можно наблюдать сейчас, ошибок у нас нет. По данным переменных, все сопротивления в пределах нормы, преднатяжители ремней, подушка пассажира и водителя. Соответственно, все, автомобиль готов. Если кому нужно, приезжайте, пожалуйста.